Из-за обостренной и напряженной обстановки в стране, связанной с коронавирусом, мэрия столицы, а также Бишкекское автобусное управление проводит совместный рейд по выявлению санитарно-эпидемиологических нарушений в общественном транспорте, а также выявлению пассажиров без масок, с которыми проводятся разъяснительные работы. Как это на самом деле происходит, решила узнать и наша съемочная группа. Маскасы жок турго кандай чара көрүп атыптар өзүңүздөр? Эмнени айтасыздар? Алаша маска кийип айтып атасыз. Ай маскасы жок мындай чишинүү менен кабыл алып атам. Мурунга караганда көп эле маска кийип кандуу азыр. Или баягыдай эле көп. На сегодняшний день у нас в городе работает 4 мобильная группа по районам. Я работаю в Свердловском районе. У нас в составе комиссии, в составе мобильной бригады работает Управление городского транспорта, ЦГСН город Бишкек, ГАИ и транспортные агентства. В ходе рейда проводили разъяснительные работы, еще наличие антисептиков, наличие масок, наличие перчаток. Сегодня были нарушения, уже составили 4 протокола. Перед каждым выездом на линию автобусы столицы проходят обязательную санитарную дезинфекцию. Разъяснительные работы проводятся с водителями и пассажирами в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте, рассказал представитель Бишкекского автобусного управления. Каждое утро перед выходом автобусов проверяем антисептики, чистоту автобусов. И каждый день наши сотрудники с центральных улицах приходят и проверяют автобусы, чистоту, а также маски. Санитарные нормы, да. Теперь пассажирам для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, в обязательном порядке необходимо носить маски. При входе в транспорт обрабатывать руки антисептиком и, конечно же, соблюдать дистанцию друг от друга. Об этом убедительно просят водители общественного автотранспорта. Мы обязательно, у нас на каждой конечной мы обрабатываем, ходим, там есть уборщица, тоже она обрабатывает. Но они же привыкают к такому образу, маски одевают, я им напоминаю частенько, чтобы маски одевали, да, руки обрабатывают. Мы их просим выходить с троллейбуса, если без маски. Некоторые возмущаются, но не достают маски, у них есть маски, но не все одевают, да. Ну, потом, когда напоминаем, они одевают. Горожане с пониманием относятся ко всем требованиям и стараются соблюдать социальную дистанцию, но это не всегда удается. Вы носите маску все время в транспорте? Конечно, сейчас уже. Небезопасно в городе. Да. В курсе, что сейчас проводится рейд, да? Что без масок в автотранспорт нельзя заходить? Ну, наверное. Как вы думаете, это правильно, что обязательно ношение? Конечно, правильно. Это просто надо. Вы соблюдаете все нормы, да? Вот антисептик, который здесь установлен, пользуетесь? Соблюдаем. В очередной раз мэрия столицы обращается к гражданам о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требований. В случаях угрозы выявления инфекции граждане могут воспользоваться горячей линией, позвонив по номеру 118 и сообщить об имеющихся симптомах. На место выйдут мобильные бригады медиков, делают экспресс-скрининг на дому. Все услуги бесплатные. Марьям Янфуджи, Аркынбек Казыбеков, СТВ.